Хочу сейчас вам показать компанию Crowd2. Это шведская компания. Начала она свою работу с декабря 2018 года, но мы о ней узнали только в октябре 2019 года. Это легальная международная компания, которая активно развивается, имеет свой офис в Стокгольме, на Мальте, в Маниле у них есть свой офис открытый, юридический офис в Дубае. Сейчас будет открытие офиса в Колумбии, город Богота. И, конечно же, у нас есть офис в Йоханнесбурге. Совсем недавно там прошло мероприятие на 10 тысяч человек. Зал был рассчитан на 7 тысяч человек, но пришло на мероприятие больше 10 тысяч. И, конечно, компания открыла там свой офис. Манила, Филиппины, вы можете туда съездить, это партнерский офис, посмотреть документы компании, посидеть с чашечкой кофе, пообщаться с представителями компаний. Джонас Эрик Вернер. Этот человек миллионер, один из основателей компании. Благодаря ему мы имеем такой шикарный компенсационный план. Это маркетолог, это идеолог компании. Наш генеральный директор Йохан Стальвол-Холстен. Это миллионер, который вывел более 100 компаний с нуля до миллионных оборотов. 3 компании вышли на NASDAQ, а это одна из 3 основных бирж США. Йохан Стальвол-Холстен закончил университет в Швеции, Великобритании, в Южной Африке. Имеет двойное MBA, а это квалификация магистра администратирования высшего уровня. Он знает и умеет вывести на рынок любую компанию, чем он сейчас и занимается в компании Crowd1. Это лучший капитан, которого вы когда-нибудь могли себе представить. И мы гордимся, что он у нас есть. Наш директор по продажам Питер Якобсон. Он создает миллионные команды, он является нашим коучем и нашим бизнес-тренером. Джон Фрост. Региональный директор в Азии, 25 лет он управляет компаниями с оборотами в миллиарды евро. Мэрилин, она профессионал своего дела, она делает невероятные события, и у нее есть все возможности запустить самые грандиозные события в любой части Азии. Что собой представляет компания Crowd1? Первая 100% мобильная компания. Crowd1 можно скачать к себе на телефон через App Store, и у вас будет бизнес на телефоне. Модель Crowd1 можно сопоставить с моделью как Booking, как Airbnb, как Яндекс.Такси, Uber. То есть те компании, которые не имеют своего собственного продукта, вот как Booking, да, у них нет своих квартир, у них нет недвижимости своей собственной. Но они имеют товарооборот от всех, кто к ним присоединился и сдает свою недвижимость в аренду, используя платформу Booking. Так вот, наша компания Crowd1 имеет такую же модель. Компания Crowd1 берет на свою платформу те компании, которые будут развиваться и выходить на рынок. А у нас есть возможность зарабатывать от каждой компании, которая будет представлена на платформе Crowd1. Первые 2 компании, которые представляет Crowd1, это игровой сектор. Потому что за 2019 год было потрачено 152 миллиарда долларов только на мобильные игры. Друзья, это 45% рынка. Каждый год люди тратят все больше и больше денег на мобильные игры, на развлечения. Суммарный оборот мобильных игр больше оборота любого другого сегмента. Он даже на 20% больше, чем остальные сегменты все вместе взятые. Поэтому компания Crowd выбрала первые 2 направления, это именно игровой сектор. Первый этап запуска Crowd1 уже закончился. Сейчас у нас начался 2 этап запуска. Это компания игровая AffilGo, которая уже вышла на рынок. AffilGo – это игровая компания 18+, лотерея, бинго, ставки на спорт, огромное количество разных игр, которые
все находятся в одном приложении AffilGo. Друзья, компания AffilGo уже есть на рынке, и сейчас идет открытие стран. Они уже стартовали, они запустились, и буквально в скором времени мы уже начнем получать свой пассивный доход от оборота компании AffilGo. Доли компании AffilGo уже продаются, сейчас уже цена на доли AffilGo стала 2 евро. Мы сейчас еще можем успеть купить эти доли, но если кто-то не успеет их приобрести, то они смогут это сделать на отдельной платформе. А продавать их будут те, кто, у кого они есть, и кто был в самом начале, кто их покупал в период предстарта. Следующая игровая компания, которая представлена на площадке Crowdvan, и выставили они уже возможность приобретать доли компании с 15 ноября 2019 года. Цена сейчас у них составляет всего лишь 50 центов. Это игровой сектор социальной игры 6+. Здесь мы видим различные просто обычные игры, куда не надо вкладывать деньги, где можно просто проводить время. Это ходилки, бродилки, стрелялки, стратегии. Они только вышли на платформу Crowdvan. Это будет еще у нас возможность как можно больше сейчас взять и получить долей компании Микстера. Потому что, как бы ни звучало странно, но по социальным играм идут еще большие обороты денежные, чем по азартным играм. Цена долей компаний. AffilGo на сегодня стоит уже 2 евро, а Микстер еще стоит 50 центов. Поэтому, друзья, у нас есть еще время хорошо затариться этими долями. Друзья, сейчас я вам хочу показать один самый любимый бонус для всех, кто в компании, называется это Streamline бонус. После того, когда вы уже зашли в компанию, сделали регистрацию, то после вас идут огромное количество регистраций по всему миру дальше. Это не только ваши люди, это люди общего потока со всего мира. И здесь компания фиксирует вашу регистрацию, и те люди, которые заходят после вас, они у вас отображаются в вашем кабинете и дают вам возможность еще еженедельно получать доли тех компаний, которые выходят на платформу Crowdvan. На данный момент это две компании AffilGo Mixer, и мы можем получать каждую неделю, как вот я здесь могу вам показать, 50 евро у меня каждую неделю идут на допокупку AffilGo и Mixer, которые мне будут приносить пассивный доход, который я могу продать, которые растут в цене. Они еще у вас увеличиваются в количестве за счет этого Streamline бонуса. Он дает нам возможность иметь доли и следующих компаний, которые тоже присоединяются к Crowdvan. Уже более 36 договоров с компанией разных направлений, которые вы можете иметь доли этих компаний и получать по ним пассивный доход тоже. Уже не покупая, ничего не вкладывая в компанию за счет этого Streamline бонуса, который у вас показывает вашу табличку, сколько после вас заходит людей в общем потоке, на каком пакете вы сами и сколько это в неделю вы сможете получать на AffilGo, на Mixer и на следующие компании, которые здесь будут представлены дальше на платформе Crowdvan. Минимально зайти в компанию можно с 99 евро. И компания вам начисляет за 100 евро 50 на 50. Это доли AffilGo и доли Mixer. Следующий пакет Black за 299 евро вы получаете доли на 300 евро. Следующий пакет Gold за 800. Компания вам плюсом дает 200 евро, и у вас получается долей на 1000 евро. И еще один пакет Titanium за 2499 евро. Компания вам дает плюсом 1000 евро, и у вас в общей сложности получается долей на 3500 евро. Оплатить пакет можно банковским переводом, картой своей банковской визы, либо MasterCard, гифт-кодом,
внутренними деньгами, а также биткоином и этериумом. Вывод денег происходит на банковский счет, на кошелек биткоин, на карту UniPay. Карту можно заказать в самой компании. Цена карты 25 евро. Она привязывается к самому бэк-офису. И вы можете спокойно выводить свои денежные средства прямо на карту.